Всем привет, друзья! С вами Вадим 2КХаус и помощник Соломика. Мы вместе, наконец, произведем раздачу ключей. Это вторая раздача в нашей группе GoHots, группе сайта, соответственно, нашего GoHots.ru, где вы, кстати, можете найти много чего интересного по героям Шторма. Гайды почти по всем героям мы уже закончили, ну и также есть видосы, стримы ежедневные и так далее. Ну ладно, давайте перейдем к самой раздаче. Всего репостнуло нашу запись 1358 человек. Но не все из них, я думаю, вступили в группу. Люди обычно не очень дисциплинированные. Там надо было прочитать две строчки, каждая по половину длины строчки. Ну тут не все, я думаю, справились все-таки. Получается у нас 28 страниц по 50 человек, ну 28-я страница халявщиков. Ну и давайте сразу же разыграем первый ключ, ну и в общем-то как-то второй. 3, 4, 5 и так далее. Славенька будет проверять этого человека на принадлежность в нашей группе. Так, с 1 по 28, вторая страница, с 1 по 50. Давайте записывай сразу где-нибудь, а то учитывая мой склероз. С 1 по 50. Думает. 34 участник. Идем на вторую страницу. 34. Сверху, наверное, не будем считать. И назад тоже не будем считать. Давай сверху посчитаем. Ладно, давай. Вот просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. То есть получается один экран, это 16 человек. Да? Угу. Да? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, следующее число говорят, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Виталий Большаков онлайн в 7 часов утра по Москве. Мы сейчас пробьем его по базе. Ту-ру-ду-дум, да, злой код онлайн. Но мы не можем отправить ему личное сообщение, так что он должен будет сам нам написать. В течение 3 дней, да, 21 числа ночи, ну, считайте, до 22. Если напишет, молодец, если напишет, личка закрыта. Сори, код. Вот, ну, опа, не будем мы ничего менять, мы консерваторы. Если что, его ключ будет разыгран кому-то другому на стриме, например. Так, ну ладно, идем дальше. Снова от 1 до 28. 28 же у нас страниц. 28. 1 до 28, 7 страница, 33 участник, спасибо. А на первой странице сколько, 16 было? 16, ладно, страница 16. 4, 4 это почти 7, 6 это вообще почти 7. Ну а там-то... 7, да, самая 7 из всех. Ну, то есть получается, до Никиты 16, будем проверять? Давайте еще раз один контрольный замер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Никита, 16. Волчков. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 33. Федя Титов. Давай. Ну, да, просто Федя. Да, Стас Титов. Ну, Стас это не Федя. Федя тоже у нас что-то какой-то недисциплинированный. Еще менее дисциплинированный, чем прошлый участник. Ну, давайте снова. Чувствую, сейчас мы по всем репостам пройдемся. А говорят, еще сложно выиграть в конкурсе репостов. Вот представьте, какой человек лакер. 1000 с хреном там человек. Он выпадает, но он на группу не подписался. Это просто два лица гопников в шапках. У одного немножечко вытянуты губы. Так, 17 страница. 19 человек. Да мы изи вообще. Да хоть 25. Так, ну если 7 это 300, то значит... какая страница? 17? 17, сейчас посчитаем. 17 умножить на 5. 5 и 7, 35. 800. А ну-ка, проверяем калькулятор Вадима.
Изи. Брависсимо. Изи. Так, Комаровский. 16-й Комаровский. А нам надо сколько? 19-й. Верю. Проверив. Комаровский. Где господин Комаровский? Алексей Комаровский. Вот господин Комаровский. 17, 18, 19. Петров. Господин Петров. Алексеев Петровых может быть много. Ты проверь, чтобы этот курил обязательно. Не воспримите. Так, есть. Харьков, Украина, джаз. Он учится в джазе. И если... Вот, отлично, наконец-то человек, увидя, что в прошлом конкурсе мы всем пишем личку, открыл личку и даже подписался на группу. Напишем ему вин, восклицательный знак. Или ты пиши, наверное. Я с твоего ока сейчас иду. А, пиши. Ну ладно. Так, вин. Вин. Наконец-таки первый. Ну, то есть, по идее, мы сейчас два ключа разыграли. Первый ключ, если что, потом я на написал. Стримах улетит. Да. А, все. Ну, какая ты более дисциплинированная, чем Алексей Петров. Так, с первого по 28-ю. А точно 28? Да, третий раз проверяем. Я никому не верю. 28, даже родной жене. Родной жене, ты еще не жена. 14-я страница. 14-я страница. На воду 50, 18. Так, 14 страница. Значит, что мы делаем? 14 умножим на 5. 4жды 5, 20. 700, 650. 650. 14 страница? 18. Господин Вильнит. Вильнит, Вильнит. Извините, если неправильно произнесли. Ключ мы тебе тоже не дадим. Тузик, а потом... Евсегнеев. Владимир Евсегнеев. Тоже, кстати, онлайн. Проверяем, есть ли он. Да, Ростов-на-Дону. Бородатый ростовчанин. Бородатый ростовчанин. Все, все как надо. Бородатый ростовчанин. Так, пишем ему вин. Зевс, кстати. Зевс, ну, Зевс, в общем-то, тут извините, тут верховный бог греческого Олимпа, Вис. Вис. Просто сидишь, никого не трогаешь. Ты бородатый ростовчанин. В Ростове 7 утра 35 минут. Работаешь. 8. Да, собираешься на работу, а тут тебе в личку пишут Вис. Ты думаешь, ёшкин кот, вот жизнь вроде нелегкая. Но такого еще не было в моей жизни. Есть. Так, 6-я страница. Ну, здесь должно быть изи 250. И номер. 14-й. Минус 2 от стандартного задания. Станислав. Это точно страница правильная, 6-я? Извините, да тут все... Может, еще раз прочитаем на всякий случай? Егор Карпов минус 2. Илья Кузнецов Лис. Егор Карпов минус 2. Станислав Лис. Ему точно должно повезти. Да, потому что он из Санкт-Петербурга. Да. Так, пишем ему виз. Виз получает виз от нас. Отлично, вообще, да, давай шутить тут. Ну давай шутить. Как-то достаточно пренебрежительно прозвучало. От 1 до 28. 26-я страница. Я надеюсь, это 28-я выпадет, это будет нечестно, как раз как я люблю. 50-й. 20 какая страница? 6-я. Ну, тут как бы проще не считать. Антон Спилберг. 50-й, последний. Коля Пухов. Винни-Пухов. Не надо шутить про фамилии, мне кажется, это достойно. Есть такая буква в этом слове. Так, Коля Пухов, да, является... Да иди ты к чертям, блин. У меня тут ноутбук с i7, а ты мне говоришь, что у меня мощности не хватает контакт стримить. Спасибо. Не стримить, записывать. Еще и записывать, да. Вин. На главное, кстати, знак добавить, человек не поверит, а то своему счастью. Так, идем дальше. От 1 до 28. 23. От 1 до 50. 21-й. 23-й. Да. Аж мышка скрипит.
Так, 16. Ким. Виктор Ким. Сколько у меня было Кимов, одноклассников просто. Так, не было родственников Кимов. Так, Виктор Ким. Идем дальше. 17, 18, 19, 20, 21. Владимир Воронов. Высоцкий, Путин, Пресняков тут предлагают. Я думаю, все подписаны на GoHots. Да, молодец, Владимир Воронов. Больше таких неудачников нет, которые на группу не подписались, но выиграли в конкурсе репостов. Не поймешь. Они выиграли. Да, да, да. Не поймешь, повезло человеку или не повезло. Но учитывая, что ключ ему не достался. Ну, то есть ты типа счастливчик, но при этом тебе дико не повезло. Так, идем дальше. Что я должен делать? А, числа писать. Есть на самом деле автоматические средства для розыгрыша ключей, но пока еще в нашу вьетнамскую деревню Муйне такие способы не дошли. 44-е. 25-44. Так, 50. Почти Иван, кстати. 50, 49, 48, 47, 46, 45, да? 44. 44. Александр Даркус. Александр, ты написал. Вот как у тебя одного человека в группе не было. Федя-то у тебя-то Фредя какая-нибудь написала там. А вместо Титова Гагарина. Эндер. Гродно, Беларусь. Ну и еще очередной ключик отправляется в Дружественную Республику. Он онлайн. Че вы все делаете онлайн, чуваки? У нас-то понятно, у нас плюс 4 часа. Ну... Беларусь даже полседьмого. Да. Петропавловский, Камчатский, вообще полночь. Так, идем дальше. Эта фраза всегда актуальна, когда говоришь про время. Борода, конечно, у нее такая длинная, что хватило бы спуститься с нашего второго этажа, который здесь называется первым. Так, 23-й. Страниц. Дрюки. 23-44. Ну, опять 44. Ну, сори, тут рандом такой, я не виноват. В прошлый раз там на какой-то странице люди скинулись, а теперь этот 44-й номера, короче, скинулись друг с другом. Но, правда, это очень хрупко, потому что если еще один человек дополнительно репостнет, то там все сдвинется на один и очень сложно будет. Ладно, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Коля... Худайбергенов. Так. Ну, он же человек пишет вопросительный знак. Надо. Или Надя. Или не Надя. Я могла ошибиться. Коля, напиши. Коля просто. Коля. Ой, не стёрка. О. Уже второй Коля за сегодня выигрывает, надо сказать. Порохов, Серёгин, Шишин, Шпидель, Клинченко, Тиндалевич, Левин, Степаненко, Козлов, Пухов. Еще один. Это на второго гопника. Это на второго гопника с той картинки хватило. Молодец. Молодец, Николай. Блин, я даже от возмущения не могу попасть. По числу. 13-я страница счастливая. Для кого же будет счастливой 13-я страница? Ну, соответственно, для одного из тех 50 человек. Так, 13 умножить на 5. 35, 15. 1 на 5. 600. 650, не может быть. Уже было. Так, подождите. 13 умножить на 5. Ну, это не так много. А, 450. Ой. 4000. На. Вот так вот сходу. Ссылка на это сообщение, пока никто не поделился. Да, стой. 9. Ты что-то какой-то промах. Мимо. Промах для... Звездный час репетитора математики. Какой номер? А я еще не сказал, какой номер. 13 номер. 8. Номер 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Егор Зубелевич. И Battletech скинет. Ничего не надо скидывать, чувачки. Сразу ключ вам кидаю. Зубелевич. Да. Я бы и ключ сразу скидывал, но говорю, уже видео выложу, кто-то чуть позже. Есть такой.
Есть такой, мужчина в этом слове. Значит, пишем ему вин. Егзубр. 17 лет, Москва. Довольно, кстати, взрослая аудитория у Heroes of the Storm. Ну, в принципе, прогнозируем, если сравнивать с дотерами. Особенно, потому что я когда крутил таргетированную рекламу, крутил на всех подряд, 50% людей или там сколько там, 35% людей с 18 до 20. Ну, то есть, а кто-то старше. Так, ну что, давайте дальше. 28. 15-я страница. Ты пока этот? 28-й номер. 15-я страница, 28-й номер. 15-я страница. Так, Короткевич Сергей. Это был пока... Блин, подождите. Какой номер там? 28-й. Так, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 25-я. 26-е, 27-е. 28. Юра Примак. Юра Примак. Смотрим. Из Кривого Рога. Сколько ключей уже разыграли? Лишних у нас нет, как в прошлый раз. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уже 9 ключей, ух ты. Личное сообщение, да. Напишем сейчас человеку вин. Я был бы хорошим мальчиком, но эти плохие девочки написаны на картинке. Да лол. Короче, у меня не получается. Напиши ты. А, не, ладно, все, я справился. Вин. Так. И последний ключ. Это была барабанная дробь по ноутбуку. Да, такие барабанные дроби надо подписывать. Два. Ну, то есть, соответственно, 50, да? Если память меня не подводит порой. Ну, не память, а неумение считать. Так, 50. Давайте первый номер какой-нибудь. Спасибо. Так, 16. Так, блин. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Выбирает тех, кто в онлайне random.org, как вы увидели, желательно, чтобы был в онлайне. Я почему-то ему верю. И не зря я ему верю. Он в нашей группе, поэтому мы ему напишем. Уже мой ДР, время так быстро летит. 8 февраля. Немножечко с опозданием на 10 дней. Мы, получается, поздравляем его и дарим ключ. Подарим ключ, но, к сожалению, не от квартиры. Что ты, кто вообще? Ответил нам один из участников. Вот так вот приходится... Что тебя знают? В таких условиях приходится работать. Не узнают уже. Родные подписчики. Ты какие родные подписчики? Там же с рекламы, наверное, пришел. Ты кто вообще? Ну ладно, друзья, на этом мы закончим раздачу. Раздача будет также в марте, скорее всего, в первой половине. И также еще несколько ключиков разыграем на стриме, которые у нас по Heroes of the Storm идут ежедневно с 19 до 22. Каждый день вы можете зайти и посмотреть, как кто-то во что-то играет. Ну а на сайте, соответственно, записи всего этого дела поглядеть. Ну что ж, друзья, всем счастливо. На этом мы заканчиваем вторую, но напомню для тех, у кого склероз более жесткий, чем у меня, не последнюю раздачу. До новых встреч!